Выставку, рассказывающую об истории страхования, презентовали в областной научной библиотеке имени Ленина. На выставке представлены книги, специализированные издания, старинные документы из фондов книгохранилища. Дополняет экспозицию раритетные предметы из коллекции преподавателя Марины Моисеенко. Когда я рассказывала студентам о истории страхового дела, естественно, я упоминала о различных предметах, которые касались этого вида страхования. То есть вот о страховых металлических вот таких табличках. И вот однажды в 2005 году совершенно случайно обнаружили на доме такую табличку. И вот с этого все началось. Так втянувшись, Марина Моисеенко собрала в своей коллекции более 150 разновидностей страховых досок, а также значки, юбилейные медали и раритетные документы дореволюционной Советской России. Коллекционер решил открыть свою 15-ю выставку в год, когда русскому страховому делу исполняется 230 лет. Сегодня в условиях виртуализации нашей жизни обращение вот к этим предметам истории, оно особенно интересно и важно. Важно сохранить, важно понять, важно изучить, важно интерпретировать, важно включить в общий российский или региональный исторический контекст. Организаторы считают, что экспозиция может заинтересовать как человека сведущего, так и обычного посетителя, и приглашают всех. Наша выставка открыта каждый день с 9 утра до 8 вечера, и вход сюда свободный, любой житель Нижнего Новгорода и гости нашего города могут прийти на эту выставку совершенно бесплатно. Но интересно она будет, наверное, прежде всего специалистам финансового дела, страхового дела, студентам, которые учатся по этим направлениям, ну и всем желающим. Выставка «Летопись российского страхования» будет работать до 20 февраля.